Приветствую вас. Мне показалось, что мужчина хочет, знаете, сделать вас своей. Мне показалось, что мужчина хочет вот именно владеть вами. Мне так показалось, по крайней мере. То есть, это почему-то вот у меня такое ощущение возникло, да, что это именно не стремление к тому, чтобы сблизить дистанцию, да, вот, а это именно вот желание показать вам свою силу именно, то есть потребность в том, чтобы вот когда он к вам прикасается, да, чтобы вы чувствовали, что вот он, и соответственно вы его как бы ну или можете быть его, то есть вот такая примерно у меня возникла ассоциация. Вот, конечно, то, что вы задаете такой вопрос, это ну, в некоторой степени не совсем корректно, потому что каждая ситуация, она отдельная, и в данном случае все зависит от личности мужчины, да, то есть, если этот человек, например, властный, ну, и вы знаете, что он властный, вы чувствуете его властность на себе, как бы, да, вот, то в таком случае, действительно, он стремится к тому, чтобы вами владеть. И если же вам нужно определиться тогда с тем, готовы ли вы занимать такую позицию, да, то есть, ну, позицию ведомой, позицию, когда человек доминирует над вами, да, и так далее, вот. Либо, если это мужчина не властный, и вы знаете, что он не властный, что он, ну, как бы не чувствуете от него такого вот подавляющего поведения, да, ну, не обязательно в негативном смысле этого слова, может быть, вполне и в позитивном, вот, ну, то есть, как бы, авторитарный, да, тип людей. Если нет, то, соответственно, это просто знак внимания и просто знак того, что вы ему нравитесь. Но я рассуждаю, опираясь на то, что прямо свою симпатию мужчина не показывает, да, то есть он говорит о рабочих вопросах. И при этом он дотрагивается до вас, при этом без вашего разрешения, да, то есть, как бы он делает это сам. И я полагаю, что это все-таки связано именно с тем, что он как бы говорит, вот, ты моя. Не обязательно это про интимные отношения, не обязательно это про попытку сближения, чтобы вы сразу как бы не думали, да, потому что все это непонятно, тут неизвестно, есть это или нет, вот. Может это быть совсем про другое, вообще про другое. Это может быть про его желание, просто желание подчинить вас себе. Именно на работе такое тоже может быть вполне
Ну вот, я думаю, что ключевых аспектов два. Значит, если мужчина не властный, то он проявляет так к вам свою симпатию. Хочет быть ближе. Вероятно, не имея возможности сказать вам о своих чувствах, да, не имея возможности выразить вам свои чувства, он делает это так. В этом случае мужчина должен быть скромным, нерешительным, может быть, где-то неуверенным в себе и так далее. Если мужчина властный, активный, вы видите, что он уверен в себе, то это признак того, что он хочет вами завладеть. Пока что в духовном смысле этого слова, в духовном плане. Обратите внимание на то, что между вами может начаться роман, у вас может начаться роман, точнее. И обратите внимание на свое отношение к этому. То есть, хотите ли вы романа этого? Понимаете? То есть, роман на работе, то бишь служебный роман, довольно опасная вещь в плане того же, то последствия могут быть не самыми приятными, вот. Поэтому имейте в виду этот аспект, вот. И для себя решите для себя, чего вы хотите, вот. Я не говорю вам о том, чтобы вы запрещали себе вступать в отношения, но я хотел бы, чтобы вы четко понимали, что вам нужно, четко понимали, чего вы хотите, и четко себе в этом отдавали отчет, понимая также, какую цену вы готовы заплатить за это, за вот то, что происходит. Готовы ли вы, например, лишиться работы? Или готовы ли вы, например, столкнуться с негативом, со сплетнями и так далее? На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. А желаю вам всего самого доброго и удачи.